Здравствуйте, дорогие любители футбола! В эти непростые дни, когда мир борется с новым видом коронавируса и во многих странах, в связи с введением карантинного режима отменены все футбольные чемпионаты и турниры, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана АФА совместно с Федерацией футбола Молдовы решила раскрасить, так сказать, серые будни рядовых футбольных болельщиков и провести товарищеский матч по виртуальному футболу с участием игроков сборных этих стран. Итак, знакомьтесь, за команду Азербайджана будет играть Рамиль Шейдаев, а честь сборной Молдовы будет представлять Евгений Кочук. К слову говоря, оба футболиста представляют один и тот же футбольный клуб, и Рамиль и Евгений защищают цвета бакинского Сабаха. Давайте посмотрим, какой состав они выберут. Очень интересно, сразу стоит отметить, что и Рамиль Шейдаев, и Евгений Кочук в стартовом составе себя видят. Ну, это, конечно же, похвально, что футболисты всегда стараются защищать цвета своей национальной сборной. Матчи между сборными Азербайджана и Молдовы не редкость. В первый раз в 1994 году встречались наши национальные сборные. 2 сентября прошел товарищеский матч в Кишиневе, в котором команда Молдовы одержала победу со счетом 2-1. Последняя встреча этих коллективов также прошла в рамках товарищеских встреч в Турции, в Анталии в 2018 году, 30 января, наши команды сыграли в ничью 0-0. Итак, посмотрим, какой состав выбрал Рамиль Шейдаев. В воротах Эмиль Балаев, к слову говоря, недавно у него было день рождения, 26 лет, с чем мы его и поздравляем. В последнем отборочном цикле Эмиль Балаев себя проявил очень хорошо и стал основным голкипером сборной Азербайджана. Итак, составы уже готовы. Игроки готовы. Последнее приготовление завершается. И теперь мы будем смотреть этот матч. Команда Азербайджана вводит мяч в игру. Ну что, двухраундовый поединок начинается. Поехали, как говорится. Рамиль Шейдаев сам ввел мяч в игру. Сыграл с Гарагараевым. Еще раз хочу отметить, что и Рамиль, и Кочук защищают цвета одного и того же клуба. Это бакинский Сабах, хотя дела у них идут не очень-то хорошо. Отметим, что с введением карантинного режима в чемпионате Азербайджана на данный момент объявлен перерыв. И клуб Сабах, цвета которого защищают Рамиль и Евгений, на данный момент в турнирной таблице занимает 6-е место. У команды 21 очко. Это новая команда. Всего лишь второй год в элите они проводят. И стоит отметить, что цели у команды очень большие. И один тот факт, что в составе команды уже играют представители сборной Азербайджана и Молдовы, говорит о многом. Рамиль Шейдаев сейчас очень хороший финт. Обошел одного защитника Рамиль, но, к сожалению, не получилось. Теперь Евгений Кочук сам же управляет этой атакой. Посмотрим, чем ответит команда Молдовы. Удар по воротам. Эту атаку команда Молдовы завершила ударом. Чего не скажешь о предыдущей атаке
сборной Азербайджана. Эмиль Балаев. Как-то не очень удачно сыграл Балаев. Сейчас Рамиль сам же. Удивился. Мы его эмоциональную реакцию смогли увидеть. Конечно же, не хотя вот так неудачно выбил мяч в аут Эмиль Балаев. В жизни Эмиль себе такого бы не позволил, это однозначно. Рами Шейдаев. Шейдаев, очень хороший финт, обманный замах. На правый фланг играет с Аразом Абдуллаевым. Араз навешивает, но вратарь Алексей Кошелев на месте. Слово о вратарях. Евгений Кочек не единственный представитель сборной Молдовы, который играет в чемпионате Азербайджана. В целом их трое. Один из них это в свое время основной голкипер сборной Молдовы Станислав Намашко. На данный момент он защищает цвета столичного клуба Кешля, который идет в чемпионате на третьем месте. До этого Намашко играл за Тирасполь, Шериф. И, к слову, это его не первый год в чемпионате Азербайджана. В 2014 году по 2016 годы он выступал за клуб «Азал». Еще один представитель сборной Молдовы в чемпионате Азербайджана – это Георгий Антон. Это его первый сезон, и он защищает клуб «Зиря». А у нас, к слову, в матче уже есть гол. И гол этот забивает игрок сборной Молдовы Артур Ионице, который выступает в итальянской серии А за клуб Кальяри. Итак, гол на счету Артура Ионице. 26-я минута. Азербайджан 0. Сборная Молдовы 1. Матч продолжается. Посмотрим, что сумеет в таком сложном положении сделать Рамиль Шейдаев. Сумеет ли он отыграться? Евгений Кочек не останавливается на достигнутом. Еще одна очень опасная атака. И во всей красе себя проявляет Эмиль Балаев, который отбивает мяч ногой. Атака сборной Азербайджана. Это Магарем Рали. Игрок Карабаха. Один из самых опасных футболистов сборной Азербайджана. Удар. И еще раз Эмиль Балаев выручает. Сразу видно, что свободное время больше, конечно же, за приставкой проводит Евгений Кочек. Уж очень тонко он играет. И атаки ему удается проводить более опасные, более такие агрессивные. Еще один удар. Мяч попадает в защитника сборной Азербайджана. С большим трудом удалось отбиться нашим футболистам. Эми Махмудов играет с Максимом Медведевым. Медведев возвращает мяч Махмудову. Махмудов уже пересекает центральную линию. Но вот этот пас в сторону Рамиля Шейдаева, к сожалению, не очень точный. Команда Молдова перехватила мяч. Теперь они комбинируют. Пытаются играть в одно касание. Слишком много брака сейчас. Но, наконец-то, Кочук мяч перехватил. Удар с дальней дистанции. Эмиль Балаев в первом тайме. Уж очень много работы у нашего голкипера. Марьям Ряли падает. Нарушения правил нет. Контратака сборной Молдовы. Здесь Шахриар Рахимов хорошо оттеснил нападающего сборной Молдовы. И таким образом первый тайм заканчивается в пользу команды Молдовы. 1-0. Впереди нас ждет второй тайм. Интересно будет узнать, сделает ли замены Рамиль Шейдаев
потому как что-то нужно менять. Команда Азербайджана проигрывает с минимальным счетом. Нет. Стартовым составом продолжают игру команды. Второй тайм начался. Еще раз отмечу, что это первая игра, после которой незначительные паузы. Мы увидим и второй матч. Кочук мяч потерял. Имя Махмудов. Махмудов справа. Хорошо открывается Арас Абдуллаев. Мяч идет в его сторону. Арас. Можно было тут сыграть и получше, потому как были варианты, но Арас Абдуллаев решил пробить с дальнего расстояния. Вратарь Кошелев отбил этот мяч. Угловой. Сборная Азербайджана его разыграла. Нарушения правил нет. Сразу как потеряли, можно сказать, мяч, сумели вернуть футболиста Азербайджана. Махмудов. Гаракараев. Шахриар Рягимов. Кстати говоря, Кочук с ним играл, потому как в клуб Сабах Евгений Кочук перешел из команды Сабаил, цвета которого защищает Шахриар Рягимов, фланговый защитник. Махмудов. С дальней дистанции удар пришелся защитникам, от которых он и вышел за вратарскую линию. А это значит, что угловой должны пробить футболисты Азербайджана. Стандарт выполнен. Перехват. Вот если бы сейчас Рамиль сумел бы зацепиться за этот мяч, то наверняка бы была бы очень большая угроза воротам команды Молдовы. А так он этого сделать не сумел. И теперь все надо начинать с нуля команде Азербайджана. Марьям Ряли. Гарагараев. Шахриар Рягимов. Снова мяч у Махира. Махир. У него есть хорошая скорость. Хороший дриблинг. Но вот пас в штрафную ему точно сделать не удалось. Кочук разгоняет атаку сборной Молдовы. И такой хитрый, проникающий пас в штрафную надумал. Не получилось. Еще одна попытка, тоже неудачная. А вот здесь уже Кочук нарушает правила и получает желтую карточку. Это первая желтая карточка в матче. 69-я минута идет между командами. Матча между командами Азербайджана и Молдовы. Счет 1-0 на 25-й минуте. Артур Ионица распечатал ворота, которые защищает Эмиль Балаев. Кочук. Майрам Ряли. Играет с Алмидой. Снова мяч у Ричарда Алмейды, натурализованный бразилец, который очень хорошо себя проявил в составе Агдамского Карабаха, где провел, если не ошибаюсь, около 5-6 лет. И после этого, приняв гражданство Азербайджана, начал защищать цвета сборной. В настоящее время он выступает на Ближнем Востоке. В чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов защищает цвета клуба Баньяс. Арас Абдуллаев. Арас. Пас в сторону Рамиля Шейдаева. Рамиль! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Как же так? Как же так? В такой ситуации надо было сделать простой пас в сторону Майра Эмрале, и ему, я думаю, было бы несложно в таком случае коснуться мяча. И тогда счет наверняка, поверьте мне, дорогие друзья, был бы уже равным. Упустили такой момент в концовке матча. Но еще игра продолжается. 86-я минута. Еще одна попытка сборной Азербайджана. Пас. Нет, Кошелев первый. На мяче. Рамиль Шейдаев пытался переправить головой мяч. Ворота не получилось. Граур. Дину Граур. Фланговый защитник. Один уже готов был взломать всю оборону соперника. Но здесь нарушение правил усмотрел в его действиях арбитр и назначил штрафной удар. Последние минуты матча. Мяч у команды Молдовы. Одну минуту добавляют, немного. И на этом звучит финальный свисток арбитра. Первый матч завершился победой сборной Молдовы и Евгения Кочука со счетом 1-0. Победный мяч на счету Артура Ионицы. Короткий перерыв. И очень скоро мы с вами будем смотреть вторую игру между командами Азербайджана и Молдовы. И вновь здравствуйте, дорогие любители футбола, спорта номер один во всем мире. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана АФА совместно с Федерацией футбола Молдовы продолжает радовать нас, проводя вот такие виртуальные матчи. Вторая игра между сборной Азербайджана и Молдовы. Отметим, что управляют командами представители же этих сборных. За команду Азербайджана играет Рамиль Шейдаев, которого вы можете видеть в верхнем правом углу вашего экрана. Ну а честь команды сборной Молдовы защищает Евгений Кочук. Оба футболиста выступают за один и тот же клуб. Азербайджанский Сабах. Но вот сегодня они будут соперниками. Первый матч завершился победой сборной Молдовы со счетом 1-0. Мяч на счету Артура Ионицы. В целом, стоит отметить, что команда Молдова оставляла более лучшее впечатление. Правда, в концовке матча у Рамиля Шейдаева был хороший момент. Но, к сожалению, он его не смог реализовать. Сразу чувствуется, что свободное время больше увлекается этой игрой Евгений Кочук, который продемонстрировал нам в первом матче хорошее умение, контроль и в целом приятный глазу комбинационный футбол. Ну что ж, второй матч начался. Думаем, на этот раз игра пройдет более напряженной, и мы сможем увидеть больше забитых мячей. В первом матче я отметил, что в чемпионате Азербайджана, ввиду того, что в стране введен карантинный режим,
объявлен перерыв после 20 туров. Турнирную таблицу возглавляет Агдамский Карабах, 45 очков. Столичный Нефчи на 8 очков отстает и идет на втором месте. На третьем месте мы видим клуб Кешля, у которого 30 очков. Ну а команда, за которую выступает Рамиль Шейдаев и Евгений Кочук, Сабах, имеет в активе 21 очко и занимает шестую позицию. В чемпионате Азербайджана выступает 8 команд. Гарагараев с мячом в очень сложной позиции находился, и даже против него сыграли грубо. Но так как мяч был у сборной Азербайджана, арбитр продолжил игру. Карагараев сумел отдать пас в сторону Рамиля Шейдаева, а Шейдаев в этом эпизоде нарушил правила. Штрафной удар разыграли футболисты сборной Молдовы. Дальний удар, Евгений Кочук мимо ворот в первом тайме первого матча. Стоит отметить, что у Эмиля Балаева, основного голкипера сборной Азербайджана, было очень много работы на этот раз. Несмотря на то, что Эмиль себя очень даже хорошо проявил в той игре, Рамиль Шейдаев поставил на ворота Шахрудина Магомедалиева. Шахрудин Магомедалиев — вратарь лидера чемпионата Азербайджана Агдамского Карабаха. Итак, удар и мяч в воротах. Это Кочук забивает на 20-й минуте. Вновь счет открывает команда Молдовы. Очень плохо, иногда даже, не постесняюсь этого слова, неумело обороняется Рамиль Шейдаев. В целом уровень защитников сборной Азербайджана не так уж плох, заверю вас, но, к сожалению, то, как ими управляет нашими защитниками Рамиль Шейдаев, оставляет желать лучшего. Ну и, конечно же, стоит отметить отменную игру Евгения Кочука, который своими нестандартными действиями очень часто умело взламывает оборону, которой руководит Рамиль Шейдаев. Несмотря на то, что он нападающий, но не забываем, что управляет всей командой и игрой в целом Рамиль Шейдаев. Марьям Рали в этот раз выступает на правом фланге. Пас в сторону Шейдаева неудачный. Команда Молдовы перехватывает мяч. Еще раз мы видим отменную скорость. Евгений Кочук, удар по воротам. Повторный удар. И прям не постесняюсь и сравню нашего голкипера Шахрудина Магомедалиева с белкой в колесе, который мечется и старается изо всех сил не пропустить еще раз. Пока это ему удается. Но думаю, если матч будет продолжаться в таком же духе, то не за горами и второй гол сборной Молдовы. Что-то надо менять, что-то надо придумывать Рамилю Шейдаеву. Раз неумением, может быть, численностью попытаться обороняться. Ну а пока мы видим еще одну атаку сборной Молдовы, которая завершается ударом в сторону ворот. Не таким опасным, но все-таки это удар в створ. И, конечно, надо отметить очень хорошую игру сборной Молдовы и, в частности, Евгения Кочука. И Анита, хороший пас в сторону
Домашчана, удар, 2-0. 41-я минута матча. Напомню, что первый матч завершился минимальной победой сборной Молдовы 1-0. Ну а вторая игра проходит тотальным, я бы не постеснялся этого выражения, превосходством футболистов Молдовы. Тут еще и Шахрудин Магомедалиев сделал такой подарок, которым, правда, воспользоваться сборная Молдовы не сумела. Но 2-0 это уже прекрасное преимущество. Статистика тоже в пользу команды Молдовы. Команда Азербайджана за первый тайм не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. У Молдовы же таких ударов за первую половину насчиталось 8. Из них 2 завершилось голом. Абала Рамазанов играет с Темкиным Халилзаде. По сравнению с первым матчем, Рамиль Шейдаев поменял, можно сказать, состав процентов на 70. Ричард Алмейда. Но я не думаю, что именно на это рассчитывал Рамиль Шейдаев, когда менял состав на матч. Домашчан, автор второго мяча, проиграл борьбу Алмейде. Майрам Рали. Эмин Махмудов теряет мяч. Япуряну его забирает. Кстати говоря, Александр Япуряну рекордсмен сборной Молдовы. Именно он провел больше всего матчей. На его счету 91 игра. А больше всего мячей забил за сборную Сергей Клещенко. У него в активе 11 голов. Махмудов. Алмейда. По сторону Шейдаева. Рамиль. Один на один. Может разобраться с любым из защитников. Но здесь решил сделать хитрый пас. Идея хорошая. А вот исполнение на двоечку. Может сейчас что-нибудь получится. Алмейда. Гацан. Кочук. Пас не прошел. Шейдаев. Шейдаев очень хорошо убрал на замахе Япуряну. Шейдаев. Нет, не дает ему все-таки Япуряну выйти на ударную позицию. Ветеран прекрасно прочитал здесь игру и перехватил мяч. Кочук с мячом. Кочук. Удар. Мяч прошел мимо ворот. Но если бы был бы Кочук чуть более точнее, то и третий гол могла забить сборная Молдовы. Эмин Махмудов. Гацан, Кочук. Кинсари. Нарушает правила против него футболист сборной Азербайджана.
Штрафной удар. Армаш, Кочук. Сложно было здесь точно сыграть с партнером Евгению Кочку. Его окружали трое соперников. Мяч у Шейдаева. Впереди есть свободная зона. Можно этим воспользоваться. Шейдаев. Хороший пас. Будет ли гол? Есть гол. Счет в разнице становится минимальным. И Махмудов забивает с передачи Рамиля Шейдаева. Но опять-таки чувствуется нервозность в игре, особенно во время организации атак у Рамиля Шейдаева. Даже пас в сторону Эмиля Махмудова был не таким уж хорошим. Я бы назвал его корявеньким, но все-таки это был голевой пас. И сразу же мы видим ответ сборной Молдовы. Томаш Чан забивает свой второй мяч, становится автором дубля. А в целом мы видим, что счет в матче становится 3-1 в пользу команды Молдовы. Пошли голы, прям как из рога изобилия. И теперь посмотрим, сумеет ли в оставшееся время команда Азербайджана отыграться. Удар, да, 3-2. Но нет, мяч Рамиля Шейдаева не будет засчитан. Потому как после удара Ричарда Алмейда он находился в положении вне игры. На повторе мы это видим и понимаем, что этот гол не должен быть засчитан по правилам игры. Абала Рамазанов нарушает здесь правила против него. Футболист сборной Молдовы, защитник Вячеслав Посмак. Ричард Алмейда исполняет штрафной удар. Чуть не перехватил этот мяч игрок сборной Молдовы. Карп. Хорошая у него скорость. Пас не очень удачный, но атака продолжается. Максим Медведев здесь, как и всегда, очень хорошо сыграл. Перехватил этот мяч Рамиль Шейдаев. До этого были нарушены правила на Максиме Медведеве. И поэтому, как только мяч перехватили футболисты Молдовы, судья дал свисток. Майрам Рали. Армаш. Кочук. Кочук. Может и пробить. Ну уж слишком безответственно, я бы сказал, в концовке матча играет в защите Рамиль Шейдаев. Подкат Бедави Гусейнова неточный, нарушение правил, пенальти. И Анита исполняет 11-метровый удар. И Шахриар Шахрудин Магомедалиев ловит этот мяч. 90 минут завершились. И в этом матче, как и в первом, победу одержал Евгений Кочук. Напомню, что первая игра завершилась со счетом 1-0, а второй матч завершился итоговым счетом 3-1. Сборная Молдовы побеждает в этом двухраундовом противостоянии. Мы приносим свою благодарность
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана и Молдовы за эту виртуальную игру, за этот товарищеский матч. Ну и, конечно, отдельное спасибо нашим футболистам Рамилю Шейдаеву и Евгению Кочуку. Надеемся, что скоро карантинный режим закончится, и мы с вами вновь сможем увидеть этих футболистов, но уже на футбольном поле. Комментировал Шамсадин Аббасов. До свидания и до скорых встреч, друзья!